Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами рассматривать перспективные проекты в криптовалюте на данное время. И сегодня у нас на обзоре проект Zcray. Основную идею проекта я уже рассказывал в предыдущем ролике. Кто еще не смотрел, можете посмотреть. А сегодня мы, скажем так, более сжато, более детально рассмотрим основные его функции. Вот, возможно, если успеем, я вам покажу, как устанавливается кошелек данного проекта. Но если не успеем, я сделаю отдельное видео. А сегодня я расскажу вам про основные моменты этого проекта и чем он будет интересен обычным пользователям, кто так или иначе связан с криптовалютой. То есть немножко вспомним, о чем этот проект. Он Zcray, он выполняет функцию межцепочного моста, который позволяет осуществлять транзакции между разными уровнями, то есть первым и вторым, на депозите и снятие средств. То есть пользователи могут вносить активы первого уровня на второй, именно через кошелек Zcray, а затем выводить их на любой блокчейн первого уровня. То есть, условно, мы берем эфир, да, эфириум блокчейн, заводим его в Zcray, и потом переводим его на другой блокчейн, пусть это будет биткоин, который так или иначе совместен с кошельком Zcray. Вот. И, соответственно, вы получаете, во-первых, полную анонимность, во-вторых, конфиденциальность, и, в-третьих, вы перевели свои токены из одного блокчейна в другой, и об этом, ну, то есть, те люди, да, допустим, какие-нибудь ваши там недоброжелатели, они уже это не заметят, и если они видят привязку вашего кошелька, да, на том же Etherscan, то в проекте Zcray этого всего они видеть не будут. Также Zcray имеет высокоэффективный AMDEX, это автоматизированный маркетмейкер. Соответственно, все активы, депонированные на второй уровень, могут быть добавлены в пул ликвидности для получения дальнейших преимуществ. То есть, если у вас будет желание, да, внести какие-то токены в пул ликвидности той или иной монеты, вы будете получать еще различные плюшки и бонусы от проекта, что, ну, в принципе, не может не радовать. Также, что и касается конфиденциальности, она будет включаться условно одним щелчком мыши, да, это все мы рассмотрим в следующем видео, когда будем рассматривать кошелек. А также я вам обещал рассказать про в целом основные функции и особенности проекта, чем, скажем так, он лучше других и чем он отличается от проектов, которые уже есть на данный момент на рынке. То есть понятно, да, что конфиденциальность, анонимность вашего баланса, всех ваших транзакций, опять же, анонимность между отправителями, между получателями, то есть если вы будете переводить, да, там условно в какую-то компанию или каким-то там друзьям, знакомым через Zcray Wallet, то это все будет анонимно, и никто, собственно, не узнает, что вы это сделали. Это первый момент. Второй момент – это объединение различных блокчейн-платформ для прямого взаимодействия между цифровыми активами с полной конфиденциальностью. Опять же, мы уже это с вами обсудили, о том, что вы сможете взять условно блокчейн X, да, перевести в блокчейн Y, и для вас это будет, ну, просто по щелчку пальцев, то есть никаких проблем вы с этим при переводе вы ни с какими проблемами не столкнетесь, потому что сейчас, да, некоторые проекты это есть, но у них либо большая комиссия, либо там все это криво-коряво работает, то есть здесь, опять же, хочется верить, проект еще на самом старте, он будет только развиваться и дорабатываться. И, соответственно, в перспективе мы это все с вами увидим. Что касается особенностей, да, это, наверное, больше будет подходить к тому, что отличие проекта от тех продуктов, которые есть на рынке. То есть приватные транзакции, которые будут на втором уровне, они будут у вас выполняться за секунды и фиксироваться уже на первом уровне, да, то есть на втором уровне у вас там меньше времени уходит, а на первом уровне там нужно будет подождать, но все равно, как обещает компания, это там несколько минут, и уже транзакция будет у вас на кошельке. Соответственно, они используют свой протокол Sigma, который будет позволять легко, безопасно обменивать активы между блокчейнами. Опять же, все это будет максимально конфиденциально. Решение Zcray позволяет DApps первого уровня обеспечивать защиту конфиденциальности транзакций. В общем, так или иначе, весь этот проект построен на безопасности и анонимности. То есть все будет максимально одновременно прозрачно, и одновременно это будет,
скрыто для лишних глаз, да, которые не должны видеть те же ваши транзакции. Вот. Ну и помимо этого, понятное дело, что Zcash гарантирует производительность транзакций за счет другого, более легкого криптографического алгоритма, который они непосредственно сами разработали. Вот, поэтому Zcash, он будет отличным выбором для тех, кто хочет сохранить в тайне всю информацию о своих каких-то криптоактивах, да, в мире блокчейна. Пользователям не придется беспокоиться о больших комиссиях, безопасности своих данных. Вот, и все, кто просто желает поддержать проект, вы можете разобраться с ним, да, установить кошелек. В следующем видео я покажу, как это делается, и уже непосредственно поработать с проектом, с их платформой уже более подробно, более детально и изучить это все самому. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за дальнейшими разборами.